История Елены и Виктора Любимцевых началась в прошлом году, когда их сын не смог сидеть, сложа руки, и добровольцем пошел защищать родину. Отправился в зону проведения специальной военной операции. Несколько месяцев родители не находили себе места и в один день решили, что тоже так или иначе должны оказывать поддержку бойцам СВО. Тогда и образовалось волонтерское движение «Мир нашему дому», которое работает в телеграм-канале. Когда родилась группа, тут же, то есть начались чудеса, то есть мне позвонили, сказали: Лен, едет съемочная группа в ЛНР, в Лисичанск, снимать фильм про одного из комбатов. Не хочешь туда съездить? Ты же, говорит, как бы хочешь волонтерством заниматься. Я говорю, я очень хочу. С тех пор видновское волонтерское движение помогает именно этому батальону, в котором более 500 военнослужащих. Гуманитарную помощь супруги доставляют самостоятельно. Уже было 6 таких поездок. Говорят, волонтерам на Донбассе рады, везде пропускают и доброжелательно встречают. Когда это все начиналось, все решили, что дети должны там писать письма ребятам туда на фронт. Какое было мое удивление, когда мы приехали, достали эти письма, они там начали их читать. Мы потом ни одного бойца не могли заставить на камеру прочитать письма. То есть у них слезы, эмоции. И я, конечно, был не то что удивлен, просто поражен этим всем. И как эти письма разошлись на талисманы. А из материального больше всего военнослужащие нуждаются в одежде, обуви и нижнем белье. Все это быстро изнашивается. Также несколько раз волонтеры доставляли бойцам рации и наушники. Купили для батальона 4 автомобиля. Ценности другие появились совершенно. То есть сейчас уже не думаешь, грубо говоря, куда сходить там в выходные, в кафе или там в кино. А думаешь, где подешевле ботинки надыбать для ребят. Или где, куда бы съездить. Там вот 8 марта буквально недавно мы ездили, искали патриот у вас для ребят. То есть весь выходной объездили. И это ни с коим образом не приносит там усталость или тяготы, а наоборот, это приносит какое-то удовольствие от проделанной работы, что ты помог. Несмотря на то, что сейчас в волонтерском движении ни много ни мало, а более 100 постоянных благотворителей, общественное направление всегда нуждается в новых людях. Вступить в ряды очень просто. Подписаться на телеграм-канал «Мир нашему дому» и начать помогать. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.